Можете идти, только не шумите, пожалуйста. А ты, Рошель, едешь на стажировку? Нет, прости, не поеду. Есть дела. Номинант Венецианского кинофестиваля. Как он выглядит? Брюнет, 1.95 м. Я люблю тебя. Есть 4-летняя дочь. Он ушел? Да нет, как раз она. Папа, хватит душнить, а? Ну, реально. Я хочу познакомиться с Лейлой. Не так просто подружиться с чужим ребенком. Поздоровайся. Привет. Сколько тебе, Лейла? 4.5. Вау. Можно поцелую? Весело, детка. Да! Здравствуйте, Элис, я Рошель. Мама! Привет, Рошель. Милая, давай поцелуй на прощание, Рошель. Почему Рошель вечно здесь? Я хочу, чтобы она ушла. Ей 5 лет. Дети в этом возрасте не понимают, что говорят. Ты не видишь, как я к ней привязалась? Вы для нее всегда будете родными, мамой и папой. А я останусь никем. Не перегибай. Виржини Эфира, Рожди Зен и Кьяра Мастрояни. Я будто в ловушке. Я тебя понимаю. Ты в этом уверен, да? Для тебя проблемы нет. Захотел детей, сделал. А мне уже поздно. «Грани любви». Фильм Ребекки Златовски. Если хочешь ребенка, сейчас самое время. Как сказать? Жизнь коротка и длинна. Ну да, вся впереди. В кино с 5 октября.